needles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Yeah. That girl is a real crowd beat. Small world, all the friends know me. Young bull living like an old piece. Release the cash, watch it fall slowly. Right now, still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Hey YouTube, hey Lucas, my Evil Dread 2 и... Да, я уже слышу это, это старый телевизор, старое радио, ух. Так, короче, да, welcome to All Days. Мы с вами продолжаем играть в Call Neighbor Modkit, мы смотрим под названием All Days. Ну, как вы поняли, это в стиле у нас альфа-версии, это хорошо, это заебато. Опа, здорово, камера, привет. Это у нас есть чисто дом из преальфа, кстати говоря, у нас тут этот стул из... вырезанный стул, короче. О, здорово, Петрович! Ха-ха, чё, угораешь, да, ключ-карту себя держишь. А где можешь пройти? Сука, нельзя. Ладно, телевизор тебе включу нафиг. Ты, блин. Телек тебе нельзя тоже вырубить. Это ты какой, а? Ко всему подготовился. Ну вот, ну, собственно, райончик из Преальфы. Ну, почти такой же райончик из Преальфы. Вот. Чё, куда мне идти-то, блядь? Ну, конечно, тут пишет, что из демо, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, есть акт 1, акт 2. Чё, ну сюда? О, камера-то работает. Это хорошо. Так чё, куда мне идти-то? А, наверное, мне ключ нужно идти, да? Дай. Дай, я тебя спрашиваю, Петрович. Ты где-то от меня тут ключик спрятал, да? Чтоб я к тебе не пошел, а не. Я к тебе все равно пройду. Хочешь ты этого или нет? Нет, а если серьезно, то где... А, вот оно. Так. Короче, спасибо Эсдалту за мод, чтобы он был, короче, в стиме, вот. За то, что, короче, он появился в стиме. Опа, ключик нашел. Тут у нас ничего не открывается, да? Ну, конечно. Ну что, Петрович, погнали. Раскроем твои секреты снова. Так, не понял. Не понял, меня что, хлебали, что ли? А, мне же здесь надо. В подвальчик тебе. Не лови. Кстати, на превьюшку тебе надо. Замечательно, Петрович. Отличная работа. Все, погнали. Нанна. А я знаю, что ты дрочишь. Чё, бля? Петрович, чё, охуел? Стучас ко мне, видите ли, вздумал. Ну да, как вы поняли, типа, катсцена у нас была отсылка на самый, по-моему, первый трейлер вообще Hello Neighbor. Да, думаю, LT самое вспомнит. Опа, ну Лёха смерть. Подожди, у нас автор русский или какой-то зарубежный чел? Просто если зарубежный чел, то это интересно достаточно, то, что там знают русских авторов. Опа, нихуя, граммофон целый. Прям граммофон, прям вот это перенесено, прикинь. Старая моделька. Ну, вернее, нет, модельки граммофона вообще раньше, насколько я знаю, не было в Hell Neighbor. То есть это и прям, походу, челик в блендере сделал, ну или там не знаю где. Ну, наверное, в блендере. Логичнее будет, если в блендере, опа, вот наша машина. И какого-то хуя к нам постучался этот, Петрович. Петрович, ты охуел вообще, не? Ты вообще, что ли, там, боярышника перепил? Такое делает. Только я к тебе могу в дом стучаться, а не ты. Вот она, моя красавица. Блять, только я только сейчас тебя заметил, хочу к твоей машине подойти, а ты вот он. Пошел. Ля-ля, идет. Иди. Не мозоль глаз. За. Опять синие деревья. Да вы издеваетесь? Я не понимаю, я в каком-то аватаре нахожусь или что? Я в Зене из Half-Life'а. Почему синие деревья? Ладно, красные, хрен с ним, они осенью могут быть. Но синие-то. Синие-то какого фига тут делают? Чё за фигня? Опа. Хо-хо-хо, алдовый знак. Падшего ангела, здорово. О, вот эту бы машинку мне. Chevrolet Bell 60-х годов, офигенно. Здорово. Подожди. Стой. А тебе не кажется, что эта структура дома как чуть-чуть совсем знакомая, не? Ну так, чисто вот. Ну,
Помнишь, мы проходили недавно мод, там 80 просмотров на нем, там примерно такая же была структура. Блять! Ты офигел, что ли? Петрович, ты что? Что ты творишь? Перестань. Не делай так больше. Опа, щекола, что ли? А, тут нам нужен этот гаечный ключ. Понятно. Будем работать сантехником. Хотя нет, сантехником будем работать, когда сейчас мы найдем какой-нибудь вентиль. Он же по-любому тут будет, а может не будет. Хрен его знает. Телефон. Телефон не могу взять. Граммофон. Опа. Какая-то знакомая мелодия, слышишь? Я, по-моему, какой-то фан игре по ФНАФ я слышал. Да, знаю. Рассуждаю в высоком там в какой-то игре по ФНАФ. Да, я знаю, я такой. Опа, здорово. Роба. Петрович, я так просил тебя больше не делать. Ну ты не послушался. Хорошо, значит тебе тапок по лицу что прилетит. Где ты? Вон он. Сейчас тебе тапок по лицу, как заряжу тапком. Офигеешь тут у меня. Что-нибудь есть? О, эти звуки. Это четко. Ты что там делаешь, блин? Петрович, перестань, ты меня пугаешь. Не надо так делать больше. Сидит там пипирку свою надраивает. Посмотри на него. Блять. А ты как сюда приходишь? А, у тебя там видно лестница, да? Так, опять сюда пришел, подожди, он же там. Ну, он же там, да? Ну, привет! Нифига себе ты! Нифига себе ты что умеешь? Ты прям как в альфа-версиях умеешь уворачиваться. Вот это ты молодец, слышь. Не хэка здесь. Аномалия. Ну это нормально, ничего. Это ничего страшного. Зачем ты это сейчас сделал? Прям микроволновку. Мало ли, что вдруг что-то микроволновки есть. О. Не. Так, тут я типа полагаю все авторы. Ну или там, не знаю, кому благодарность какая-то отдельная. Точно не разбираюсь. Ну, наверное, это все так. Здорово. Ты офигел? Ты как-то быстро бегаешь, слышь? По-моему, это не должно так работать, Петрович. Что за дела? Я, по-моему, должен быстрее тебя бегать по идее. Вот лестница. Так, не-не-не, я сюда не пойду. Я сюда не пойду. Че, на идиот... Не, я тоже сейчас не поведусь на это, я уже повелся один раз. Не надо мне такого счастья. Во, да. Прям как в классике, прям как в альфа, как в преальфе. По классике прям все. Так, не-не-не, здесь скрывать не буду. Ты. И долго там собирался стоять, интересно, у меня, ну, вопрос такой. Появился. Клей. Клей. Хо-хо-хо, кому-то пришло время склеить. Не знаю, что склеить. Что-то склеить. Иди сюда. А, ты не здесь. Фу, эти звуки, блин. Эти звуки. Заставляют меня кинуть в ебальник клей. Петровичу. Петрович, иди сюда. Петрович. Опа. Опа-на. На улицу вышел. Посмотри на него. Быстрей! Нет! Фу, быстрей заберись. Фу! Хорош! Закрой нафиг дверь. За собой. Все. Никого здесь нет. Мега хорош просто. Так. Сказал бедняк. Запрыгнул на печку и громко заплакал. Ничего нет? Ничего нет. Лом нужен. Столько всего нужно? И сколько же у меня нет? Здорово. Уже слышались. Закройся. Так, я здесь не был. Вот тут мне побыть как раз таки надо. Побывать. Зачем только? Тут же ничего нет, по идее.
Ну, я не знаю, просто побывать, вот, посмотреть на пейзажи прекрасные, туда посмотреть, вот, на синее дерево посмотреть, а чё, всякое бывает в жизни. Мне кажется, мы в Чернобыле каком-то живем, поэтому у нас синие деревья. Хотя в Чернобыле даже синих деревьев нет, ну да ладно. Представим, что есть, ничего страшного. Как бы, это все художественный вымысел. Не спрашивайте, что я несу какую-то ахинею вообще непонятную. На. Нет, ничего не открывает. Кстати, да, картина, та самая. Часы. Сколько времени? Подожди, мне кажется, они двигаются. А, не-не, мне кажется. Я подумал, что они реально двигаются. А где ключи-то искать? Это все кое-что. Что? Лошок! Откройся! А, зачем? А что? А куда? Зачем? Почему? Но! Ха-ха! Ай, блин. Я твою челюсть увидел. Кстати, на ведре можно летать, интересно? На ведре можно летать? Кажется, что это можно делать. Если так нельзя делать, то это не альфа-версия. Нет! Нет! Так нельзя делать! Да вы что, издеваетесь? Да кого? Нет, все, это не может называться альфа-версия, если тут нельзя летать. Это все. Кстати, я здесь еще вот не про. Может, тут что-нибудь лежит, слышишь? Ничего не лежит. Может, ему щиток отрубить? Давай щиток тебе нахер отрубим. Зачем тебе электричество? Иди, не знаю. Зажги что-нибудь. Кстати, а я ж сюда могу пройти. Ебать, от могила. Яблоко вот. Покушай, если хочешь. Ну тут ничего однозначно. Не, как бы. Вот под ней что-то однозначно есть, это я уверен в этом, но на ней ничего, соответственно, нет. Так что здесь мне пока делать нечего. Скорее всего, мне нужно тут где-нибудь лопату взять, да? Да? Я же правильно думаю? Ладно, ни хрена не видно, но походу да. Походу я думаю, что я прав. А что вообще здесь закрыто? На что вернее? А, на стул. Так, подожди, тут мне видно нужен магнит, да? Чё за? Чё сделал? Ладно. А! Пшёл вон! Уйди от меня! Ты как тут быстро бегаешь? Ты не офигел или нет? Дядь! Серьезно, чё за дела? Я так понимаю, тут может типа основан, ну, в основном на преальфе, я так думаю. Ну там может еще на альфе 1 и на прототипе. Так там уже, по идее, медленнее нас бегает, сосед. Типа, чё за фигня? Так, да, действительно, так работает. А, так генератор-то... Подожди, как генератор включить? Подожди, а как генератор включить? Я не понял, он идет. Как... Где генератор? Включить? Отвечай! Ну, не хочешь, не надо. Вообще пофиг. А камеру тут сломаю. Ибо нефиг. Вешают тут всякое. Ничего тут нет, ничего нет. Где что искать, вообще не могу понять. Не, я понял, что нужно как-то гараж открыть. Каким-то раком. Но я типа на рычаг-то нажал. Нажать-то я нажал, и нужно как-то генератор включить сам. А как вот генератор включить, совсем другая история. Может, мне по нему тоже поп... Подожди. Мне просто интересно, реально. Я прям умираю от любопытства, я не могу понять. Я каким-то образом должен открыть... Ты как сюда попал? Петрович, иди тебя в колодец, ты что делаешь? Ты как туда попал вообще? А, подожди, так он, может, здесь выбил? Может, он здесь выбил, реально? Так он здесь выбил. Прикол. Он здесь реально выбил. А, подожди, так может я потому что электричество вырубил? Наверное, оно не открывается, слышь? Оно действительно не открывается, наверное, потому что я электричество вырубил. Конечно! Я вырубил электричество и как идиот, короче, не знаю, почему оно не включается. Так, ну и что я здесь должен найти? Гараж! Вернее, этот пульт от гаража, это еще вырезанный пульт от гаража, я там... Видос на Stranger Apple у меня был, если что. Сейчас пока что скрыт, но потом я его того... верну. Через время. Подожди, что мне тут искать надо? Петрович, заколебал. Реально, хорош уже. Дай мне что-нибудь сделать уже. Вон, иди на синее дерево полюбуйся.
Чудеса природы, понимаешь? Чудеса природы. Вот иди, вон еще одно синее дерево. Ты вообще представляешь, в каком ты, не знаю, вон еще третье. У тебя три синих дерева в городе. Ты понимаешь вообще, в каком ты природном памятнике ЮНЕСКО живешь? Вот, вот, точно. Ты представляешь вообще, у тебя есть три синих дерева. Три синих. Таких просто не существует, понимаешь? Ну, если, конечно, и в краску не покрасить. Если в краску не красить, такого не существует. Да иди вон. Петрович, хорош. Иди полюбуйся. Я тебе говорил уже. А-а-а. И что же я здесь должен найти? Вот я клей вижу. Клей, конечно, зашибись. Подожди. И что? Мне показывают сюда. Ну, клей, клей. Чё дальше? Чё, типа... Ну, показывают сюда. Ну и что? Может, что-нибудь здесь лежит? Нет. Дрель не берется, если что. Вот вообще никак. Вообще не вариант. Да ты задолбал. Ну хорош уже. Ну Петрович. Петрович. Ну что, знаешь, он что с местностью так сливается. Он типа одного цвета вообще с домом своим. Он прям сливается с ним, я тебе говорю. Вам это может не понять, потому что вы сейчас смотрите, как бы на все обращать внимание. Вот когда вот сейчас я играю, он реально сливается. Ты задолбал. Ты что так быстро носишься? Ты офигел? Нет. Ты быстрее меня носишься, ты дед. А я молодой. Я должен, по идее, быстрее тебя носиться. Как-то так. Главный герой, это позор тебе. Ты от деда не можешь убежать. Ну, серьезно. Ты что, вообще ни разу, что ли, не бегал? Вот дед, блядь. Вот дед тебя догоняет, в смысле, за пару секунд. Вообще, что это такое? Что за беспорядок? Или это просто Петрович такой накачанный, в смысле? Такой мощный. Такой Арнольд Шварценеггер, в смысле. Кстати, возможно. Но это не точно. Это не факт. Так, а что я должен найти-то вообще? Чем я это открыл? Да иди вон. Так, вот он где-то тут дрыхнет. А, нет, уже перестал. Извините, вот тут посмотреть. Под углом. Да что ты делаешь? Что ты мне кидаешь-то? Фух, я уже посрался. Думаю, что в капкан попаду. Мульский там бегает. Да хорош уже. Опа. Магнит. Магнит то, что нужно. Так, а сейчас как мне спуститься? Там же он. А, ну. Не-не, он сейчас уже не на улице. Ладно, была, не была. Погнали. Погнали. Да. What the fuck? Да что ты. А! Не запутался. Да хорош. Спасибо. Ты такой любезный. Замечательно просто. Так, а где? Я что, не могу притянуть? Ничего не могу притянуть. А, вот здесь могу. Давай, давай. Оба. Лейка. Нафиг мне эта лейка нужна. Еще раз. Нифиг не. Еще раз. Оп. Опа, отмычку притянул. О, отлично, это сюда. Это сюда. Так, ну и лопата, лопата, лопата. Я же говорю, тут лопата. Только она вот здесь была. Кстати, вообще реально все офигенно реализовано. Вот прям скажу сразу, офигенно все реализовано. Прям максимально круто. Мне нравится. Наверное, даже пока что это... Не, это, конечно, пока что демо, я не могу говорить, что это лучший мод, потому что... Ну, потому что это демо пока что еще. Но пока что мне он прям дико нравится. Если полная версия будет прям офигенной, то это, походу, будет лучший мод, по моему мнению. Так что это... Так что надеюсь, что полная версия этого мода получится прям офигенной. Так, все, мы на крыше. Мы на крыше. И не видим чего-то, не знаю чего. Не знаю, какую рифму придумать, не знаю, какую-то херню несу вообще. На! Так, Мишка тут. А, тут закрыто. Ну и слава богу. Ко мне зато этот Петрович не проберется. О, ключ. Ключ. Он прекрасен, он могуч. Он гоняет стаи туч. Всё, погнали отсюда. Привет, пока. Так, а чё, а зачем побежал? Он же меня всё равно догонит. Ладно, не важно.
Раз уже побежали, значит надо бежать. Давай! Беги, Форест, беги! Беги! Вот он. Пошел вон. Так, не понял. Сюда? Да блин. Так, а куда он? Куда ключ? Молоток я знаю куда. Это вообще без Б. А вот куда ключ? А? Нет. Да... А куда? Да пройди! А, ну там, куда мне нужно. А ну там. Мне надо сразу сюда-то пробежать. Меня этот мод уже успел испугать, не знаю, раза 4. Это уже хороший показатель для мода. Да иди вон! Это вообще какой-то быстрый, в смысле... Петрович, я не понял. Ты на пробежечку сходил или что? Ты в спортзале был? Почему так быстро начал носиться? Ты дыхалку тренировал? Ты на плавание сходил, что ли? Опа. Да ё-моё. Так, и что? И что? Подожди. Чё-то тут нечисто. Что-то вот здесь прям нечистенько. Я бы даже сказал грязненько. Что-то тут не так. Честно, прям понятия не имею, что, но что-то здесь однозначно не так. Эта комната не может быть бесполезной. В ней что-то однозначно есть. Только я пока, как я сказал, понятия не имею, что нужно просто хорошо приглядеться. Прям хорошо. Пошел вон отсюда. Не надо здесь мне бродить, в смысле. О, я же говорю, что-то здесь не так. А ничего взять. Да, вот это выложил, нафиг оно мне надо. Говорю же, что-то здесь не так. Что-то тут нечисто. Привет. Давно не виделись, Петрович. Оп. Пошел. Блин. Пошел вон от меня. Где карточка? Ладно, я был обречен. Я был обречен, тут я ничего не могу сделать, в принципе. А вот она. Переключ карту, переключ карту, все отлично. Так, он сейчас, наверное, отсюда, он сейчас отсюда поднимется. Нет, быстрее. Фух. Пока. Опа. Эй. На нах. Ну да, Петрович такой, он не особо разговорчив, он просто, знаешь, он обычно вместо информации дает пиздюли. Да, раздает пиздюли всем. Поэтому о нем так мало известно. Подвал. Так, фонарика не будет случайно, нет? А то прям... Прям как... Ладно, не буду озвучивать. О, фонарик. Отлично. О. Четко, четко. Ну что, готов? Я готов. Привет! Пошел! Быстрей! Так, ага. Не таким образом. Хорошо, хорошо, я вас понял, окей. Так, по-моему, вот это, да? Нет! Значит, вот этот. Бери вот этот. Нет. Бери вот этот. Ага. Блять. Ты что творишь? Давай, давай, давай. Да кого? Ты что творишь? Нет. Нет. Пошел вон. Под кровать. А-а-а! В смысле нет? Фу. Мне нужно под кровать спрятаться, ну типа как в этом, как в Альфа 2. Ну, в Альфа 1.5, в смысле, в трейлере. Я думал, что так как бы надо, но оказывается по-другому. Ну, ладно. Ой. А, это он моргнул, я думал, что за фигня. Я думал, что какие-то проблемы, может, с освещением. Тут закрыто. Выход.
Не знаю, чем проверяю, сейчас выход будет. Все. Вот такие вот приключения у мистера Еблища. Не повторяйте его приключений, и к вам не придет Петрович. Да. Так, и что, он типа нас посадил где-то? Петрович, вот ты ебалай, конечно. Ты прям повторяешь ошибки Михалыча, в смысле. Нельзя так делать, запомни. Где фонарик? Че, фонарика нет, что ли? Это плохо. Это плохо, когда так. Вот ты ебалай, конечно, Петрович. Я с тебя в шоке. Я думал на кого угодно, но только не на тебя. Подожди, я что, вообще что ли ничего не могу взять? Че, прям вообще никакого, даже фонарика нету. Вот вообще никакого. Да ну нафиг, что, гоните, что ли? Как это вообще? Не, ну это фигня какая-то. Я вообще ничего не вижу. Опа. Сейчас, где? Где-то увеличилось, подожди. Сейчас, тут где-то увеличилось, подожди. Опа, вот он. Ай, тарелка. Тьфу ты. Тьфу ты. Не, подожди, давай посмотрим. А! Вот отмычка. Все понятно. Просто реально, ребят, тут как бы это бред какой-то. Ты вообще не увидишь ничего. Так, все, погнали сюда. Выбрались наружу. Так, вот мы где-то очутились. Что-то у меня аж как-то FPS чуть подпросел. Так, походу должны выбраться. Выбраться из дома Петровича. У нас, наверное, ночь на дворе. Но если ночь на дворе, туда нужен фонарик. Это однозначно. Так, естественно, сейчас будет забор, да? Ну да. Ух ты, ё-моё. Не, ребят, знаешь, я так подумал. Подумал, значит, и решил. Решил, что походу нам нужно будет разделить сейчас все серии, ребят. Потому что, вернее, эту серию на две части. Ну, потому что ты сам тут видишь, тут, ну, вот что. Это, по сути, блядь, отдельный мод. По факту, то есть по длительности. Так что... О, здорово, Петрович. Ну, короче, ты понимаешь. В общем, нужно разделить на две серии, ребят, да. Потому что, ну, это невозможно в одну серию пройти. Ну, то есть я пройду это в одну серию, это возможно пройти. Но просто тогда видос выдастся, не знаю, там, на... Да хрен его знает на сколько. На час, наверное, может даже больше. То есть, ну, я не думаю, что такое будет. Нет, вы, конечно... Будете, наверное, смотреть, но далеко не все. То есть, будут люди, которые это посмотрят, но далеко не все. Я как бы... Ну, хочу, чтобы как бы желательно все посмотрели, так что да. С вами был я, Блудрия 2. Мы с вами продолжим проходить мод следующей серии. Вот, ну, тачка Петровича. И да. Так, прощаюсь с Петровичем. Петрович! Все. Прощаюсь мы с Петровичем. Короче, да, с вами был я, Блудрия 2. Мы с вами играли в мод под названием All Days. Мы с вами продолжим проходить следующей серии. И да. С вами был я, Блудрия 2. И всем... Пока.